выучить аккорды, попасть в ноты и сыграть произведение на фортепиано. Любовь к музыке Мирослава Ульяшина прививает всем своим детям. Их у нее пятеро. Каждый ребенок, по мнению женщины, уникален по-своему. А задача родителя – раскрыть талант в каждом. Может быть, где-то ты себя ущемляешь, ты развозишь детей по кружкам. Это тоже очень такой труд, когда тебе нужно дождаться каждого, каждого встретить, каждого проводить. Но ты видишь результат этих трудов и очень радостно. Радостно общаться, видеть, что дети становятся умнее, мудрее, что они в чем-то разбираются, они начинают помогать. За бессонные ночи, любовь и заботу Мирослава Ульяшина удостоена ордена матери. Кроме трех дочерей, супруги воспитывают двух сыновей. 12-летний Даниил не чает души в дзюдо и старается учиться на отлично. Самому младшему Мише 1,5. Он во всем берет пример со старшего брата. Насколько это тяжело просто даже родить ребенка, не говоря о том, что их пятеро, и чтобы их воспитывать, их кормить, с ними заниматься. Слава Богу, что у нее есть силы, что она терпелива и где-то со снисхождением относится к тому, что я отсутствую часто дома. Орден матери заслужила и Татьяна Цукренко. Женщина воспитывает четверых дочек и сына. По характеру дети разные, каждому находит свой подход. Любви и заботы здесь хватает на всех. Настоящая опора в нелегком труде – муж Сергей. Несмотря на семейные хлопоты и различные трудности, супруги счастливы вместе уже 16 лет. Я до сих пор не осознаю, наверное, это. Как-то оно так все постепенно, и как-то и время так пролетело, и детки как-то быстро повзрослели. Я понимаю всю серьезность, я понимаю, что такое мамин, для девчонок особенно, мамин авторитет. Я должна быть примером, я должна многому научить. Все, что может дать государство, прекрасно. Ну, в первую очередь, я думаю, что все-таки зависит это от меня и нашей семьи. Мы гордимся нашей мамой, потому что редко в жизни встретишь человека, который на наше время готов родить такое количество детей, воспитывать и быть с легкостью трудолюбивой, любящей матерью. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без отпуска, выходных, а порой и сна. Но разве могут трудности затмить первую улыбку, слово или шаг родного малыша? Всего орденом матери в Беларуси награждены 60 женщин из Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Ольга Васенко, Максим Галионко, Бобруйск, 360.